Судьбоносный экзамен Национального университета особого уровня. Большой остров. Здесь располагается самое процветающее государство Земли. Восток и Запад. Здесь есть все. А еще это место, где возможность всего добиться дана всем в равной степени. Здесь живут двое мужчин. Сейчас они живут совершенно по-разному. Однако, эти двое родились в одной деревне, учились в одной школе и росли одинаково. Что же тогда могло такое случиться в прошлом, что так жестоко разделило их судьбы? Это... экзамен Национального университета особого уровня. В этой стране уровень образования определяет твою ценность. Сдать экзамен Национального университета особого уровня означает преуспеть в жизни. А не сдать, значит потерпеть неудачу. По этой причине дети на острове интенсивно учатся с самого раннего детства, чтобы сдать экзамен. Репетитор особого уровня. Дорогущие учебные материалы. Машина сверхобучения особого уровня. Родители вкладывают в будущее своих детей бешеные деньги. А дети стараются оправдать ожидания родителей. Потерянная юность бесценна! Тех, кто родился вундеркиндом, называют зубрилами или учениками Z-типа. Но это не значит, что все сдают экзамены обычными методами. Искусственная кожа со всеми ответами на экзаменационные вопросы толщиной 0,2 мм. Контактные линзы передают изображение на сетчатку и мгновенно переводят с любого языка. Конечно же, это противоправные методы. Однако есть так называемое родительское сердце, которое хочет, чтобы их чадо сдало экзамен любыми способами. Ты будешь лучшим учеником типа. Отец, прекрати! Дай мне пойти на подготовительные курсы! Давай, открой рот пошире. Система самоуничтожения улик. Тех, кто ставит на кон собственные тела ради сдачи экзамена, называют обманщиками. Или учениками О-типа. И они используют все, что у них есть, на экзамене Национального университета особого уровня. Остров не может недооценивать обманщиков. Еще со времен создания имперской экзаменации, экзамена для зачисления на гражданскую службу, во времена династии Суй, эта страна продолжает бороться со всеми видами жульничества. Вы ошиблись! Я не жульничал! Это какая-то ошибка! Использующим непродуманные технологии не выжить в этой системе. Ай, блин! Я сдам в следующем году! Вот увидите!
Конечно же, те двое мужчин тоже сдавали этот экзамен. Один из них с детства усердно трудился и стал учеником Z-типа. Другой стал учеником пугающего О-типа и довел до совершенства тела и разум. Для ученика О-типа напарник Z-типа жизненно необходим. Ученик О-типа может сдать экзамен, списав ученика Z-типа. А тогда, кто ученик О-типа для ученика Z-типа? Чем меньше народа сдаст экзамен, тем лучше. Есть еще тип, который готов подставить всех и вся. О-тип защищает Z-тип, а Z-тип говорит О-типу ответы. Они нужны друг другу, как вода рыбе. Они неразрывно связаны. Черт! Получай, вот тебе, вот тебе, вот тебе! Ну все, ты меня достал! Неважно, какие враги их окружают. Неважно, какие природные катаклизмы с ними случаются. Даже если все пропало, они никогда не повернут назад. Эй! Эй! Сила и мудрость. Трезвый ум. Только те, кто совмещают в себе эти качества, могут сдать экзамен и всего добиться. Спасибо. Это испытание острова. Итак, сейчас девочка и мальчик объединяются, чтобы пройти этот тест. Мальчика зовут Сёкацу Мумий, а девочку зовут Оукой. Они взялись за этот тест, чтобы спасти отца Мумия, которого несправедливо посадили в тюрьму. Теперь начинается долгий и напряженный экзамен для учеников, которых впоследствии назовут легендарным поколением. Помните, что это всего лишь выдумка. Вас ждут большие неприятности, если вы будете жульничать на экзаменах. Жульничать?
Искусство обмана. Видео не рекомендовано к просмотру лицам моложе 18 лет. Эпизод 2. Грязная игра. Старый экзаменатор ухмыляется. Жульничать плохо, не вздумайте это повторять. Это мой шанс. Настоящие. Это... Не может быть! Нашумевшая техника Сокатсу! Техника, придуманная гениальным стратегом Сокатсу Камэй. Чтобы я увидела ее в таком месте? Ловушки с инфракрасными сенсорами. Еще глупее, чем я думал. Так это экзамен Национального университета особого уровня. Дальше будет вот что. Стиль, техника Сокатсу. Синрабансо. Синрабансо. Один из основных навыков техники Сокатсу. Способный создать что угодно из нарезанной бумаги. Это просто уловки. Ко, ты закончила? Конечно. Ответила на все вопросы. Ай! Прости, моя девушка довольно волевая. Вот оно что. Значит, и тут враги. Именно так. Я не позволю сдать только вам. Я не против. Получай! Блин, каждый из них... Это школа, как шоу с сюрпризами. Я вам покажу суть техники Сокатсу. Их яд довольно сильный. Молодец. Ты тоже. Вы со своими выходками далеко зашли. Ребятки...
Я больше не позволю вам делать то, что вздумается! Это... Это секретная техника Дзяган-Кибаку. Дзяган-Кибаку! Секретная техника, лишающая оппонента свободы с помощью особого взгляда, подобно взгляду змеи на лягушку. Не могу пошевелиться! Что такое? Время для теста почти вышло. Бесполезно, бесполезно! Вы правда думали, что этим сможете меня победить? Не, не выйдет. Он слишком силен. Ах, как я люблю эти моменты, когда я вырываю будущее у молодежи. Проклятье. Если бы хоть одна моя ядовитая букашка добралась до него. Блин. Я думал, что вы просто грустный старикашка, но вы реально старый чудак. Оу, ты можешь и ветром управлять. Тогда, как насчет этого? Он это сделал. Я же сказал, что это бесполезно. Этот класс словно мой сад. Я точно знаю, какие ловушки поставить. Я еще не закончил. Как я и говорил, это бесполезно. Не может быть! Даже техника Сакацу для него ничто. Осталось 5 минут до конца теста. Ты больше ничего не можешь сделать. Попался. Что? Нужно было, чтобы одна ядовитая букашка добралась до него? Да. Яд? Какой умный прием! Теперь вы не можете использовать эту парализующую технику, да? И все же осталось меньше минуты. Этого недостаточно, чтобы написать ответы. Глупец. Пока у меня есть минута, проблем нет. Хорошенько смотрите своими высохшими глазами. Стиль, техника Сукацу. Чудо Данси. Чудо Данси. Умение, разрезающее бумагу с максимальной точностью. Тест завершен. Нет проблемы, которую не решила бы техника Сукацу. Таким образом... Сакацу Мумей закончил свой первый тест здесь, в средней школе Ресен. И теперь я официально учусь здесь. Не зазнавайся, идиот. Тебя только зачислили. Это еще не конец. Язвительно, как всегда. Я это знаю, Ко. Я окончу эту школу на отлично и стану выпускником специального уровня. Да. Если мы станем выпускниками спецуровня, государство обеспечит нам положение в обществе, и у нас будут привилегии, включая поездки за границу. И я смогу спасти ошибочно заключенного под стражу отца. Это наша цель. Постарайся не забыть это. Да. Я не остановлюсь до того дня. Только вперед, без оглядки назад. Милашка! О,
он самая обычная свинья. Ужас, мамонт-экзаменатор снежных полей. Хаку. Она все симпатичнее. Учитель, кажется, похолодало, спросите вы. У меня замерзли кончики пальцев на ногах, и я не выспался. Это ваш сегодняшний экзамен! Жульничать плохо, не вздумайте это повторять. Что это за место? Мы замерзнем? Мамонт! Нет, это... Мамонт-экзаменатор, который очнулся от 10-тысячелетнего сна! Вот-вот-вот! Вы, паршивцы, выросшие в тепле и комфорте, я с вас быстро спеть собью, Монт! Времени вам пока не замерзнете! А теперь начали, Монт! Не думаю, что какой-то холодок мне помешает. Вперед, моя девочка! Мэри! Монт, Монт, Монт! А колени во льдах подойдет для мусора, типа Монт! Заткнись, мерзавец! Интересненько. Игра началась. Чего, Монт? Такие приемчики не напугают истинного гения. Стиль, техника, сукацу. Как тепло. Блин, те, кто придумывают места для экзаменов, явно с головой не дружат. А знался из-за чего-то подобного? Ты же ведь не забыл нашу цель? Стать выпускниками особого уровня и освободить отца. Я знаю. А, это... Тот тест был что-то с чем-то, да? Мы в одном классе. Мумей! Сакацу Мумей! А, это моя кузина Ко. Мумей и Ко. Неприятно вообще-то, когда о тебе говорят, как о навозном жуке. Кажется, вы двое очень близки. Я завидую. В этой академии я никого по-настоящему не знаю. А, нет! Ко-чан только моя кузина и ничего больше. Можно сказать, она моя напарница. Если точнее, он прицепившийся ко мне клещ. Понимаю. У вас такие отношения, от которых вы не можете отказаться. Но вы точно не можете говорить о семейных проблемах открыто. О, пожалуйста, расскажи мне в следующий раз свою историю. У тебя мозг высох от учебы. О, да. Но что важнее, ты получил отличную оценку за тест, да? Потрясно. Ерунда. Все благодаря этой ручке. Ручке? Это оберег. Завидую. Я бы тоже хотел тебя оберегать. Откуда у тебя взялась эта отвратительная фраза? Из подошвы? Вы и правда близки, да? Эй, так вот куда вы, ребята? В чем дело? Не бери в голову. Я не в настроении для приставаний. Приставаний? Ко, думаешь, ты умно поступила? Черт, тебя дери! Она лучше моей мамы! Позволь звать тебя Мэри! Хабуши! Муха мелкая. С твоим другом все нормально? Он мне не друг. Я не очень понимаю насекомых. Но думаю, что так они выражают свою любовь. Ты такой же жук на... Ученица класса Рин-Арин, Рюхаку, проходившая тест, должна немедленно явиться в кабинет методиста. Повторяю, Рюхаку, ученица класса 1-2. Интересно, зачем? Наверное, я должна идти. Почему в кабинет методиста? Похоже, раскрыли ее обман. В этой школе такое не редкость.
Значит, она тоже отип. Ничего не поделаешь, в лучшем случае ее выгонят. Я ни за что! Этого не позволю! Не может быть! Хаку этого бы не сделала! Эх, молодежь. Нормально вот так отпускать своего парня? Я всего лишь его оберегаю. Без вариантов, Монт! Ты отип, Монт! Вы ошибаетесь! Я не отип! Именно! Мои студенты такого бы не сделали! У вас есть доказательства? Да! Тогда покажи мне ручку, Монт! Что это, Монт? Я проверил видеозаписи теста и заметил твои подозрительные действия, Монт. Я знаю, что в этой ручке что-то есть, Монт. Это... Ничего не поделаешь, Монт. Я сломаю ее и узнаю правду. Прошу, остановитесь! Так нельзя! У вас нет на это никакого права! Стиль техника Сукацу! Шинрабансо! Ты еще кто, Монт? Я Сукацу Мумий. Я тот, кто знает, что она невиновна. Так это опять ты, Монт? Я сижу прямо за ней, так что я знаю. Та девушка ни в чем не виновата. Она проходила тест честно. Хаку-чан точно ученица Z-типа. Как и я. Ну просто король трёпа. Ну ладно, Монт. Если ты в этом уверен, пусть она перепишет тест прямо сейчас, Монт. Пусть покажет мне свои возможности, Монт. Однако, если она не получит высший балл, вас двоих исключат, Монт. Так нельзя. Она права. Они не имеют к этому никакого отношения. Не нужно говорить такие грустные вещи. Мы же одноклассники. Но... Все хорошо, я верю в тебя. Ико тоже. Эй! Мы вам покажем, на что способны ученики Z-типа. Я поняла. Разрешите пересдать тест. Что такое? Кажется, у нее возникли трудности, Монт. Я знал, без ручки не получится, да, Монт? Не может быть. Это просто оберег. Задача отличается от предыдущей. Что? Она повышенной сложности, как для пятикурсников. Это как разница между экзаменами в начальную и старшую школы. Ах ты ж ублюдок! Конечно, Монт. Если бы задачи были одинаковыми, она бы запомнила и сдала, Монт. А, правда? Тогда я окажу ей свою поддержку! Я верну ей ручку, и она прекрасно сдаст тест! Монт, Монт, Монт! Ну давай, Монт! В этот раз я тебя точно прикончу! Отведай моих пивней, пробудившихся от 10-тысячелетнего сна, Монт! Погнали! Величайший большой пивень! Тест завершен. Достаточно. Что? Хаку, прости, я не успел! Откуда у тебя эти раны? За меня не волнуйся. Но важнее, хотя, может, уже поздно. Держи. Это моя... Спасибо! Мумей! Похоже, время вышло, Монт. А теперь покажи-ка мне свои ответы. 10 баллов? 15? Бу-га-га-га-га, Монт! Проклятие! Если бы только я с ним быстрее справился! Отличная работа. Чё? Ты молодец, Хаку. У тебя высший балл! Спасибо! Этого не может быть, Монт! За всю мою учительскую деятельность не было никакого жульничества, мама-сенсей. Офигеть! Ты сама решила эти сверхсложные задачи? Она хороша. Простите, Монт. Ничего. Мне самой не нужно было подозрительно себя вести. Это мои мама и папа. Это мой оберег. Ко, теперь я тоже захотел такую ручку, чтобы пережить дальнейшие сражения. Вот как. Взялся за ум, наконец. Раз у меня будет ручка, поищу такую же, как у Хаки. Ну, типа одинаковые вещи, это судьба.
Интересно, а где такие продаются? С сегодняшнего дня тебя зовут Вонючий Навозный Жук! Четвертый, внимание, пожалуйста, игра в небе! С древних времен говорят, что любят быть на высоте лишь идиоты и дым. А причина этому? Легкомысленные люди хотят выделиться, поэтому стремятся забраться на самый верх. Но тогда можно ли сказать, что дым — это выпендрежник? Что насчет этого? Но берегите себя! Взлетаем с минуты на минуту. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Учитель, где листок с тестом? Пожалуйста, наденьте очки. Взлетаем. Начинайте тест. И еще, воздержитесь от использования электронных устройств. Прыгайте. Почему ты меня сдуло? Черт! Выбросить! Мы вошли в зону турбулентности. Вы можете ощутить сильную тряску, но полету это никак не помешает. Проклятие! Стиль, техника, сукацу! Фу-ри-ка-зан! Фурин-касан! Фурикан-дзан. Один из секретных приемов техники Сакацу, позволяющий контролировать ветер и создавать безветренные условия. Оф, на минуту я не знал, как мы... Это неправильно! Абсолютно неправильно! Они сказали, что это была неисправность, и ты прошел тест, да? Так что все в порядке. Да мне плевать на это! У нас экзаменаторша из гражданской авиации, я не смог этим насладиться! Да мини-юбочка и туфельки на шпильках. Черт возьми! Ну да, да. Котечка, здесь свободно. Не смей произносить мое имя своей мусоркой вместо рта. Спасибо. Мамы! Какучка! Мамы! Ко, и ты? Эй, не разговаривай так свободно со мной! Я отдал свое тело и душу котечке! Ты страшный... Эй, Хако, как дела? О, Муме, огромное тебе спасибо за помощь в тот день. Ты помог снять с меня обвинение в обмане. Еще немного, и я была бы опозорена навечно. А это все фигня. И не то, чтобы я возвращаю должок, но позволь мне отблагодарить тебе. Нет, тебе не нужно меня благодарить. Ее ручка. Я бы точно не был против иметь такую же. Нет, вообще-то, я бы лучше был той ручкой. Что такое? А, просто думал, как бы я хотел стать той ручкой. И, да, то есть, я бы хотел такую же ручку. Правда? Тогда, может, мне забрать ее для тебя? Ага, давай в это воскресенье. Да, было бы прекрасно. Этот идиот точно перед ней стелится. Прости, ты бы хотела пойти с нами, Ко? Я? Что, Котян хотела позаниматься, да? Я так и думала. Слушай, я хочу, чтобы ты запомнила одну вещь. Да? Пока жизнь не погаснет в этих глазах, я... Увидимся в воскресенье. А, ладно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Как же учеба? Больно! Ну, мне же нужна ручка, чтобы тесты писать. Ты можешь позаниматься со мной? Еще одно слово, и ты больше не будешь дышать. Есть! Быстрее бы воскресенье. Это здесь. Стойте-ка, это же кафе, да? Я понял. Ко? Ой, ты в порядке?
руки? Ага, спасибо. Ну что, идем? Что, здесь продаются ручки? Да. Внутри кафе. Добро пожаловать. Чи. Что? Как тебя зовут? Ну, я... Не ты. Ты. Я Сокацу Мумей. Это он говорит, что хотел бы купить ручку. Понял. Тогда сюда. Входи. Дальше мы пойдем вдвоем. Ладно, я тебя в кафе подожду. Ага. Магазин всегда таким был, когда я приходила раньше. Подозрительнее быть не могло. Что? Мне показалось, что я слышала голос Го. Ну а теперь я Шурину. Хорошенько запомни это. Ага. Ты здесь для того, чтобы найти новую ручку, так? Ага. Какой ручкой ты пользовался раньше? Какой? Да, обычной. Такой, которая обычно в магазинах продается. Похоже, у тебя не было привязанности к ручке. А, может, прекратишь это делать? Прекратишь? Прекратишь что? Я не позволю тебе сравнивать мои ручки с обыкновенными ручками обычных людей. Я не продам ручку тому, кто не любит ручки. Нет, я к ним привязан. Тогда позволь спросить, какая именно у тебя к ним привязанность? Ну же, скажи. Ну, я хочу ручку. Какую ручку? Ну, вообще-то, я больше хотел бы быть той ручкой. Другими словами, ты хочешь быть единым целым с ручкой? Не совсем так, но очень похоже на то. Хорошо. Идем со мной. Единым целым? Ну, начнем. Начнем что? Глупый вопрос. Ты будешь выбирать предназначенную тебе ручку. Ручку, соединенную с этим прекрасным пальцем красной нитью. Вот, твоя ручка. Он не мог быть... Ее стержень подвергся особой обработке, поэтому написанное можно прочесть только в этих очках. Что думаешь? Откуда ты узнал, что я О-тип? Я это чувствую. Значит, и ты такой. Да. Интересно. А как же ты догадался, что я такой же? Я это чувствую. Значит, и ты такой. Фрукт сгнил. Нет, он созрел. Это не она. Он недоволен этой высококлассной ручкой? Вот как. Тогда, как насчет этих? Эта ручка передает электромагнитным сигналам то, что написал ученик третьего типа. А эта ручка получает передачу и воспроизводит написанное. Это высокотехнологичные штучки? Не, не эти. Как далеко он зайдет в своих желаниях? Однако мне это даже нравится. А! Вот она! Вот это! Точно это! Прямо-таки уверен? Ага. Акучка! Прости, что заставил ждать. Получилось купить что-то хорошее? Ага, посмотри на это. Ух ты! Такая же ручка, как у меня. Что? Правда? Здорово! Ведет себя как чмошник. Эй, Ко, прикольный видок у тебя. Наконец-то пришло время шестеренкам судьбы повернуться. Ты, твоя ручка, и я. Теперь связаны запретной шелковой красной нитью. Какие события породит эта встреча под управлением хаоса?
Жду с нетерпением. Сокатсу Мумэки. Эпизод 5. Сногсшибательно удар акулы. Жульничать плохо, не вздумайте это повторять. Тот, кто управляет летом, управляет и экзаменами. Так говорят. Но это жестоко сидеть взаперти в своей комнате и учиться, когда каникулы на дворе. Поэтому сегодняшний день было решено провести в бассейне. Отлично! Круто! Вот это Оу-сенсей! Какой приятный сюрприз. О, нет, надо же. Вы, идиоты, подготовились. В плавках пришли. Но тесты писать вы все равно будете. Океан? Земля очень далеко за горизонтом. Это не океан. Это реально огромный бассейн. Здесь будет проходить сегодняшний экзамен. Ученики, правильно ответившие на все вопросы, смогут вернуться на пляж. Удачи, ребята! Они переделали бассейн только ради этого. Они каждый раз превосходят самих себя. Никогда не пойму, о чем думают эти снобы. Павичка, этот новый купальник очень чуть-чуть тебе идет. Хватит на меня пялиться, не то раздавлю, мерзкая букашка! Пока у меня есть такая же ручка, как у Хаку-чан, я никому не проиграю. Да, Хаку? Ну ладно. Котян, давай быстрее покончим с этим тестом. Да начнется игра. Не командуй мне тут, дурак безграмотный. Мы просто в воде. По сравнению с предыдущими местами, это вообще фигня, да? И экзаменатора нет поблизости. Списывай, не хочу. Что это? Под нами! Глушоль! Добро пожаловать, людишки! Тупоголовые придурки, которые отвергли океан! Вместо этого выбрав эволюционирование в уродливых существ, ползающих по земле! Да! Интеллект сегодняшнего экзаменатора усилен электронным мозгом. Экзаменатор акула! А, ладно. Акула! Пока в этих глазах есть жизнь, ни один проступок не сойдет вам с рук. Вперед, мои братья! Помогите мне! Эй, почему экзаменатор мешает проведению теста? Я не мешаю! Я только удостоверяюсь, что вы не прячете всякие орудия зла. Как ты! И ты! Как насчет всех вас? Хаку-чан! Котян! Ну и ну. Класс.
Кажется, земные создания, у некоторых из вас есть сила воли. Однако, как насчет вот этого? Секретная техника Кога Сэнпу! Чего? Кога Сэнпу! Создавая смерч огромных размеров, он отправляет в полет своих акульих собратьев. Это ужасающая секретная техника экзаменатора акулы! Хакутян! Котян! Проклятие! Что-то мне нехорошо! Стиль техника Сокацу! Синра Бансо! Сбор данных завершен. Так ты Сокацу умей? Ты используешь довольно интересную технику. Не играй со мной, акул-уродец! Эти двое Z-типа, как ни крути! Акул! Если сомневаешься, наказывай! Разве не вы, людишки, это придумали? Акул! Даже ничего не сделали! Это ужасно! Как ты можешь называть это экзаменом? Это и есть экзамен. Я буду решать, людишки, достойны вы или нет существовать на этой планете. В случае провала вами, сопляками, дело не ограничится. Мы, клан акул, будем править всеми живыми существами на поверхности! Плохо дело. Его электронный мозг вышел из-под контроля. Ну и дела. Надеюсь, с ребятами будет все хорошо. Начиная с сегодняшнего дня, поверхность принадлежит нам, клану акул! Уничтожить! Уничтожить все неполноценные формы земной жизни! Разбежался! Мумэй! Похоже, у меня нет выбора. Я тебе помогу. Раз уж я буду тем, кто тебя... уничтожит. Акул! А вы, ничтожные формы жизни, довольно упертые, да? Как насчет этого? Если раскаетесь и будете жалобно плакать, я сделаю вас своими питомцами. Заткнись, акула! Я превращу тебя в суп из акульих плавников! Хакутян, клянусь нашими одинаковыми ручками, я уничтожу эту хрень. Стиль! Техника Сокацу! Секретное мастерство! Сиппудото! Сиппудото! Как следует из названия, вращение тела на высокой скорости вызывает сильный ветер и волны. Это один из секретных приемов техники Сокацу. Акул? Коечка! Не может быть! Откуда у ничтожной формы жизни столько силы? Анализ невозможен? Я с этим не смирюсь. Это абсурд! Черт тебя дери, Сокацу Мумей! Следи за мной, Хаку! Это сила нашей любви! Марина! Бушующие волны! Злые волны! Тест завершен. Нет проблемы, которую не решила бы техника Сокацу. Не то, чтобы ты что-то решил. Он хорош. Вроде. Было бы неинтересно, если бы не был. Хорошо, Сокацу Мумэй. Кажется, ты тот, кто затронул струны моего сердца. Грязный негодник.
уже 18 лет. Жульничать плохо, не вздумайте это повторять. Все кончено. Хаку. О, вы уже начали? Простите, я к такому не привыкла. Что? Это насчет тех двоих? Посмотрим. Да ладно, в этом все дело. Все раздавают слишком большую шумиху. Да, Мэри? Это обычная история, да? Слабаки исчезают. Но... Если говорить об аналогии, возможно, меч и ножны. Хотя рыба и вода тоже пойдет. Меч и ножны. В смысле, он даже сам это сказал. Это похоже на отношения инь и ян, установленные создания неба и земли. Проще говоря... Это была судьба. Как учитель, я очень серьезно отношусь к недавнему инциденту. Да, так и есть. Но это потому, что я уважаю независимость учеников нашей школы. Вы шутите, да? Я в это не верю! Как я говорил, я... Эй! Кокоэмумэ высшие баллы. Уверена, это потому, что они каждый день занимаются. Он за типа? Ясно. Мы можем остановиться на этом. Все шло хорошо. Нет, все шло слишком хорошо. Если подумать... Блин, может, дадите передохнуть? Сегодня в магазине распродажа. Так он сказал, и я оказалась в это втянута. Поставьте себя на мое место! Меня заставили пойти! Тебя никто не спрашивал, ага? Что ты сказал? Эй, она упала. Вы меня об этом спрашиваете? Ну, было три раза. 17 раз. Наглость, высокомерие и тщеславие. Я порядком устала от этого. И я искала какого-то всплеска эмоций. Thank you.
Бегите! Техника Сокацу? Эти старые приемчики не такие уж и классные. И поправьте уже камеру! И еще, меня зовут Дзюн. Стиль техника Сокацу. Секретные приемы для управления ветром и превращения бумаги в меч. Вы это имеете в виду? Я об этом знаю. Я много раз это видела с момента поступления. Но это... Техника Сокацу? Что это? Я хз. Я наблюдала все время, зная, что он опасен. Нет. Возможно, мне это даже нравилось. Поэтому случившаяся трагедия была неизбежна. Они довольно хорошо ладили. Я довольно часто видела их вместе. Когда вы так ставите вопрос, думаю, это правда. Он был наивен. Ладно, я просто сделаю это. Я сам подойду к камере. Он довольно популярен. Из-за мускулов. Ну как, видите меня? Чего? Вызываю тебя на дуэль! Почему бы вам не спросить его самого? Вы правда хотите знать? Видите что? Меня? Да, это был тот человек. Он недавно сюда перевелся. Да. Его зовут Шу. Шу Рину. Ага, спасибо. Сокацу Мумэй? Я его не знаю. О небеса, смейтесь над моей глупостью. Сокацу Мумэй мертв.
Жульничать плохо, не вздумайте это повторять. Тяжело учителям приходится. Я чувствую, что становлюсь все более измотанной. Всегда есть кто-то, от кого одни проблемы, ведь так? Я слушаю рассказы один за другим, и когда кажется, что все решено, всплывают новые проблемы. Блин! Мне тоже нужна передышка, знаете ли. На этом все пристегнулись. Тогда поехали! Что это за место? Авианосец? Дзюн, очищается сердцебиение. Начинаю полное сканирование тела. Наличие обманных примочек подтверждаю. Извлечь. Стойте! Это какая-то ошибка! Я еще ничего не сделал! Кто-то идеальный вроде меня не ошибается. Эй! Мэри! Вперед! Мэри! Почему это происходит? Мы даже еще ничего не сделали! Увидимся в Вальхалле. А это точно нормально? Кто-то идеальный вроде меня не ошибается. Вот блин. Благодарю за ожидание. Так вот, насколько ты пал после одного поражения. Хо-чан. Я не она. Нет, я таинственная леди Кей. Неважно. Мне уже конец. Это не тебе решать. Но мои силы против него бесполезны. Твоя мечта здесь и закончится? Но мои силы против него бесполезны. Поверь в технику Сакацу, как сделал тот человек. Я знаю. Я это знаю. Но мне все еще страшно. Если я снова проиграю, я... Поверь в меня, Сакацу Мумэй. Спасибо, Ко-чан. Я Леди Кей! И куда ты меня тащишь, Ко-чан? Меня зовут Леди Кей. Мы направляемся в 9-ю южную тюрьму, также известную как Тюремная Земля. Тюрьма? Ты же не имеешь в виду? Да. Мы навестим твоего отца, Сакацу Тамея. Добро пожаловать на тюремный остров. Сакацу Мумэй и Оукой, да? Да. Тогда прошу сюда. Так откуда ты знала, где держат моего отца, Ко-тян? Меня зовут моя сказочная леди Кей. В этом вся я. Сокацу Тамэй и Сокацу Мумэй. Последователи техники Сокацу, да? Вы знали это? А ты что, нет? Кровавая история техники Сокацу. Техника Сокацу была создана в неспокойный период Троецарствия, известным су-стратегом Сокацу Рёкумэем.
Добавив немного волшебства в свое мастерство, Камей разработал ряд опасных приемов. С помощью этой колоссальной силы королевство Су одержало победу над тремя отдельными королевствами. Однако после такой сокрушительной силы осталась только пустынная земля. Но на этом история техники Сокатсу не кончается. Камей глубоко задумался и в этот раз изобрел технику, которая принесла бы плоды на землю. Ну, все зависит от того, как ее использовать, конечно. Кстати, вы оба ходите в ту школу с экзаменами, да? Что нужно делать ради этого университета специального уровня или как его там? Я... Впрочем, не важно. Постарайтесь не умереть. Подождите. Можно мне с ним встретиться нормально? Похоже, этого не произойдет. Когда я раздавлен отчаянием, неважно, сколько отчаяние будет давить на меня, я не буду сломлен. Мое сердце сильно, как растущие стебли пшеницы. Люди называют это решимостью и стремлением. Кто вы? Для таких, как ты, у меня нет имени. Ты Сокатсу Мумэй, наследник техники Сокатсу. А я в ответе за жизнь твоего отца. Отец! Если хочешь, чтобы он вернулся, ты должен победить меня, показав величайшее мастерство в технике Сокатсу. Ублюдок! Я заставлю тебя пожалеть об этом! Котян, назад! Меня зовут лидер продаж, Леди Кей! Проигрыш здесь неприемлем! Да, техника Сокатсу не может проиграть дважды! Стиль! Техника Сокатсу! Синрабансо! Ты только трепаться умеешь! Черт! Это еще не все! Стиль! Техника Сокатсу! Хуринказан! Стиль! Техника Сокатсу! Икитосен! Стиль! Техника Сокатсу! Кохоракурай! Не может быть! Я даже не могу смеяться над таким неудачником в технике Сокатсу, бедняга. Ты никогда не видел истинную технику Сокатсу. Это написано на твоем лице! Да что ты вообще знаешь? Вот смеху-то. Это третьесортный, а не первоклассный продукт. Если драться с помощью техники Сокатсу вот так, конечно, ты проиграешь. Что? Конечно, твои навыки сильны и эффективны, что в принципе неплохо. Однако ты худший из худших. Но я учил секретные письмена как ненормальный. Не нужно слепо принимать письмена за священное писание. Постарайся определить для себя, хорош ты или плох. Это предел твоих сил. И хочешь сказать, что эта жалкая техника все, на что ты способен? Проклятие. Опять я. Мумэй! Еще нет. Нет. Я еще могу бороться. Все, что мне нужно, это мужество. Что? Впечатлен, что ты можешь выдать такое в твоем состоянии. Ладно, пойдем за мной. Я покажу тебе, как выглядит настоящая техника Сокатсу. Кто тебя просил? Через один день. К тому времени, как засияет луна. Ты покажешь мне свои новые способности. Иначе... У меня будет не только твой отец, но и эта девчонка. Котян! Нет! Меня зовут Витамин С! Это даже не Ка! Идеи кончились! Буду ждать на вершине башни! Поднимайся, юнец! Проклятие! Я точно верну отца и Котян назад. Нет! Среда женский день! Остальное смотри в кинотеатре! У нас нет таких планов!
Нет, плач, Мумэй, над телом своего покойного отца. Ты кто такой? Для таких, как ты, у меня нет имени. Я наследник стиля Сукатсу. Вот так взял и сказал. На самом деле, твоя техника не может считаться настоящей техникой Сукатсу. Скоро ты узнаешь, что такое настоящая техника Сукатсу. Если ты хочешь познать ее суть, поднимись на вершину башни. Смогу ли я добраться до самого высокого этажа этой огромной башни? Но я должен идти. Постойте-ка. Пожалуйста, наслаждайтесь видом во время подъема на 105 этаж. Жуть какая. 105 этаж. Только те, кто прошел через суровые испытания, могут попасть сюда. Это и называется покорение. Да нет, я поднялся сюда на лифте. Не строй из себя большую шишку. Я знаю, что ты уже освоил ветряную технику Сукатсу. Но только те, кто может управлять огнем и ветром одновременно, вправе считать, что освоили технику Сукатсу. Можешь ли ты управлять огнем? На такой высоте? Боишься? Я дрожу от нетерпения. И вообще, ты тоже дрожишь. Огонь. Эта стихия ближе всего к людям. Тот, кто владеет стихией огня, обязательно победит. Сюда приходило много разных новичков. Но лишь немногие ушли отсюда невредимыми. Вот насколько это опасное место. Если хочешь отступить, сейчас самое время. Что будешь делать? Но если отступишь... Мумэй, надпись. Задолбала... Котян! Какая я тебе Ко? Я витамин С! Ты это уже говорила. Отец! Проклятье! У тебя нет выбора. Итак, начнем. Попытайся овладеть стихией огня. Если сможешь, конечно. У меня получится! Чтобы управлять огнем, нужно принять его, не отворачиваясь. Это называется эмпатия. Значит, за этой дверью место для тренировок? Отлично! Вперед! Жарко! Эй, братишка! Входить в сауну в верхней одежде против правил! Сауна? В таком месте? Ну же, раздевайся! Давай! Ну вот, так-то лучше, парниш! А теперь присаживайся! Нет. Чего? Не стесняйся. Извините. Ах, как близко. Ощущение чужой кожи. Здесь так жарко и душно. Не могу это дальше терпеть. Вода. Ну уж нет. Тебе нельзя ее брать. Нельзя. Что? Еще рано. Ты справишься? Да нет, я просто хочу выпить немного воды. Принять жар, значит, учиться его контролировать. Нет, это... Ты не можешь бежать, чтобы достать воды. Терпи. Что? Ладно, самое время для речевки. Мумэй, у тебя получится. Мумэй, у тебя получится. Что? Мумэй, у тебя получится! Мумэй! Хорошо, наконец-то ты научился контролировать жар. Вперед! Тебя ждет следующее испытание. То, что поможет твоему полыхающему огню превратиться в еще более жаркое пламя. Это называется сортировка. Взгляни на это.
Это же куклы! Горючая, огнестойкий, огнестойкая, горючая, горючая. Еще раз горючая, огнестойкая. Здесь есть горючие и огнестойкие. Понятно. Ты сортируешь их по тому, из чего они сделаны. Я ведь уже говорил. Для управления огнем тебе нужно определить, что годится для горения. Ты можешь определить это на глаз? Я справлюсь. Горючая, огнестойкая, горючая, огнестойкая, горючая, огнестойкая. Ну, как тебе? Хорошо, продолжим испытание. Что происходит? Похоже, воздух здесь разряжен. Я ждал тебя. Думаешь, сможешь меня победить? Ну, наконец-то. Теперь это больше похоже на настоящую тренировку. Как знать? Высокомерно думать, что ты сможешь справиться со всеми своими силами. Ты поймешь это здесь. Это и называется обучение. Я нападаю. Почему? Я не могу двигаться туда, куда хочу. Этаж находится на высоте 600 метров над уровнем моря. На такой высоте тренируются спортсмены. По сравнению с поверхностью, уровень кислорода составляет здесь 93%, из-за чего твоя боевая мощь снижается на 7%. Что это? У меня голова болит. Я двигался не так уж много, но... Тем, кто недооценивает большие высоты, наносится сокрушительный урон. Это называется высотная болезнь. Дерьмо. Попробуй контролировать уровень кислорода. Строишь из себя крутого. А в руке-то у тебя что? Черт. Лишние движения только подвергнут риску мою жизнь. Вот именно. Контролируй свое дыхание. Огонь. Огонь. Ветер. Огонь. Огонь, ветер. Давай, огонь, огонь, ветер. Еще раз, огонь, огонь, ветер. Хватит говорить о том, чего я не понимаю. Что это за огонь, огонь, ветер? Ты научился управлять кислородом и, наконец, овладел стихией огня. У меня получилось? Огонь. Огонь. Ветер. Огонь, огонь, ветер. Это часть техники Сакацу. Заклинание, позволяющее управлять огнем. Он справился. Наконец-то он овладел стихией огня. Итак, самое время перейти на главную сцену и испытать эту технику. Я смог контролировать огонь? В таком случае, сразись со мной. Если ты меня победишь, я отпущу девушку. Котян! Ну что же, отлично. Что? Тайная техника Сукацу. Техника ветра. Ураганный удар гроба. С одним огнем техника не будет завершенной. Огонь — это воля того, кто использует технику, а с помощью ветра эта воля превращается в силу. Тайная техника Сукацу! Фун Тоусё! Кохан Хинабе! Отец? А ты вырос, мой. Ну же, иди сюда! Погоди-ка, а где Котян? Как же обидно. В меня больше не влезет. Так вот что. Сын, ты полностью освоил технику Сукацу. В подтверждение этого я даю тебе ручку техники Сукацу. Ручка символизирует стихию огня, а бумага — стихию ветра. Научись управлять обоими предметами, и ты сможешь справиться с любыми трудностями. Вчера я приготовила китайское рагу. Вы знаете, как ароматы двух супов постепенно смешиваются вместе? Это меня немного беспокоит. Кто-нибудь знает, как это можно предотвратить? Это неверный подход. Вся прелесть китайского рагу как раз в том, что ароматы двух супов постепенно смешиваются. Это и называется пробирать до костей. Значит, время наконец-то пришло? Мне нравится суп пайтан.
Великое приключение! Неужели Цюн и Мэри нашли в джунглях легендарную древнюю золотую цивилизацию? Где экзаменационная зона? Где же? Так, ребята! Если вы верно ответите на все вопросы, двигатель вашей лодки заведется, и вы сможете выбраться отсюда. Если вы не уложитесь в отведенное время, вас отнесет прямо к водопаду. Эй, Шу, прости, что заставил ждать. Я отплачу тебе за тот раз. Мы где-то встречались? У меня нет времени запоминать лицо каждого лузера. Я позабочусь о том, чтобы ты не забыл снова. Клянусь именем Сакацу Мумия, наследника стиля техники Сакацу. Мирские желания просыпаются! Как всегда, неприветлив. Попытайся насладиться поединком. Густая трата времени. Уходи! Я так не думаю. Потерпи еще чуть-чуть, и я покажу тебе кое-что получше. Вот это настрой. Эй, ты куда, Мэри? Не оставляй меня одного! Мэри! Вы двое! Разрушите лодку, будете дисквалифицированы! Можете отправляться домой сосать мамкину титьку! Заткнись, мешаешься! Я использую это, отец. Я покажу тебе плоды тех адских тренировок. Стиль, техника Сакацу. Кака-гехикацу. Кака-гекихацу – один из огненных приемов техники Сакацу, в которых огонь появляется от трения между ручкой и бумагой. Так и знал, это нить. Твои невидимые атаки – это те отличные нити. Значит, твоя техника заключается в контроле над нитями. Даже если ты понял, это все равно бессмысленно. Будь то ветер или пламя. Ничто не навредит моим алым нитям. Не узнаем, пока не попробуем. Стиль, техника Сакацу. Хака Рентен. Хока Рентен. Эта техника управления пламенем может использоваться только теми, кто изучал самые глубокие уровни техники Сакацу. Я же говорил, бессмысленно! Thank you.
Я так и умру, что ли? Чтоб так напасть на экзаменатора, вы, ребята, должно быть утип. Вы будете наказаны! Я угощу вас сладенькой конфеткой! Жрите! А вы не можете, учитель. Вы что творите? Идет экзамен. Вы не можете. Это испортит такой поединок. И то правда. Здорово, что у всех вас такой настрой. Техника Сакацу и алые нити семьи Шу. А теперь покажите мне, кто из вас действительно достоин стать выпускником особого уровня. Этого не хватает даже для того, чтобы убить время. Мои нити фантасмагорические. Иногда они тверды, как сталь, а иногда гибкие, как шелк. Я это хорошо знаю. Они причиняли мне боль много раз. Ты контролировал огонь с помощью ветра? В следующий раз не промахнусь! Котечка, берегись! Котя! Бросаешь поединок и удираешь? Какой трус! Поднимись, ветер! Восстань, огонь! Разрастись, огонь, и призови ветер! Ветер и огонь едины! Это глубочайший секрет техники Сакацу! Стиль техника Сакацу! Кабу! Фу! Ун! Один из великих секретов техники Сакацу! В котором огонь и ветер становятся одним целым. Жу, ты... Не пойми неправильно. Меня не устроит, если ты сдохнешь, когда отвлекся от поединка. Да! В следующий раз я точно надеру тебе задницу, Шурину! Я согласен, Сакацу Мумэй. Чем ты занималась все это время, Котя? Эй, куда ты смотришь, Мумэй? Смотри только на меня. Серия 10. Тикура. Правда в том, что в средней школе я была ужасающе обычной ученицей.
Но я знала, что в старшей школе так не пойдет, поэтому старалась изо всех сил. Молодым бываешь только раз. Влюбляться — это нормально. Ребята, вырвитесь из коконов и станьте бабочками! А теперь я ценю ваши наряды для особых случаев. Участник номер один — Сакацу Мумэй. Дарит ощущение позитивного отношения, как у лидера. К сожалению, ты не выглядишь так круто, как думаешь. Участница номер два — Рю Хаку. Разве она не очаровательно собрана, как традиционная героиня? У тебя немного слабый характер, но уверена, что он скоро улучшится. Хаку-чан! Участник номер три. Мистер, управляющий букашками. Участница номер четыре. Оукой. Это твой наряд для особых случаев? Основные черты ничего, так что выпрямись. Улыбайся, улыбайся. Котя, это тоже часть экзамена. Улыбайся. Какая? Принудительный выход. Котя! А? Было не заперто. Все хорошо, заходите. Вы уверены? Нет смысла соблюдать формальности. Заходите. Спасибо. Котя! Садитесь, где хотите. Ой, не шастайте по дому. Другими словами, она не хочет, чтобы мы что-то увидели. Прошу, не надо, Анри! О, какие сексуальные. Такому белью не хватает практичности. Блин, Ко, именно поэтому ты завалила экзамен по моде. Такой экзамен я не признаю. Это в любом случае бессмысленно. Одежду могут судить только субъективно. Я вскипятила немного воды. У меня есть кофе, черный чай, молочные луны, немного желе из черепахи. Желе из черепахи! Я буду кофе. А, я помогу! Ладно, принесешь сахар и молоко. Кикура! А теперь... Время для нашего первого девчачьего собрания насчет Ко. Что это значит? Мне сказали, что мисс Оу проводит дополнительные занятия. О чем я и говорила, мисс Оу. Вы не думаете, что Ко немного жесткая? Ты права, но, вероятно, это другая сторона молодости. Я думаю, котечка такая, какая есть. И это прекрасно. Конечно, но раз мы все здесь, я подумала, будет здорово, если у нас будет тема. Мы только и делаем, что учимся и сдаем экзамены, да? Иногда нужно заниматься чем-то девчачьим. Девчачьим? Точно, я же тоже все еще девушка. Надо было тому старикану это сказать, когда он заявил. Веди себя так, как подобает вести себя в 30 лет. Я вдвое старше тебя. Тупой идиот! Мисоу, вы уже пьяны? И не надейтесь! Вкусно. А ты постоянно на своей волне, да? Да, мне часто так говорят. Это не комплимент. Вкусно. Сикура. Ко, а какие бренды тебе нравятся? Не делай такое озадаченное лицо. Какой бутик или интернет-магазин? Мне нравится Вик и Мистери. Мне мама одежду покупает, так что я не знаю. Ты читаешь журналы моды или что-то по телевизору смотришь? В моем доме этого не делают. Вкусно. А где ты покупаешь одежду, Хаку? Одежду? Мне тоже мама одежду покупает. Чего? Любая одежда хороша, пока она сохраняет температуру тела. Перебор для старшеклассницы, даже для тебя.
Да, сенсей. А вы-то сами покупаете себе милую одежду? Милую? Да! Мне говорят, стань милой женщиной! Разве не грубо? В конце концов, я всегда была милой. Тебе нужно приложить усилия. Ну, ты всегда выглядела как лягушка, конечно, усилия нужно. Но недостаточно просто приложить усилия! Как только у таких парней появляется, чёрт! Вкусно. Вкусно. Дашмара! Как ты пытаешься выглядеть милой? Должно быть хорошо быть такой молодой. Люди говорят, что ты отлично выглядишь и без косметики, да? Эх, 10 лет назад мне тоже такое говорили. Что? Не скрывай свой возраст, да заткнитесь! Стойте, Мисоу! Знаешь, мне нелегко пришлось. Дома моя сестра хвастается своими детьми, а мама и папа мне ничего не говорят, кроме... Пока ты счастлива и здорова, только это имеет значение. Да хватит меня успокаивать! Просто скажите, роди уже ребенка! Я знаю, что они придумали имена своим внукам и учат количество штрихов! Похоже, становиться взрослым тяжело, да? Тикура! Ты милая котичка. Ты хороша такой, какая ты есть. Вот, скажи «а». Ты такая милая. Эй, ты слишком балуешь Ко. Ико, будешь есть сладости, растолстеешь. Я не толстею, так что нет проблем. И я тоже. Я начинаю понимать, что чувствует Мисоу. Отбросим это. Перейдем к настоящей цели встречи. Перейдем к настоящей цели встречи! Не ори, потревожишь соседей. Да у вас двоих все слишком просто! Да, мне часто это говорят. Забудь. Есть кто-то, кто тебе нравится? Чего? С чего это вдруг? О, отличная реакция. И кто он? Шу, потому что он такой симпатичный. Я не сужу по внешности. Тогда что насчет мумии? Считаешь, что это судьба из-за ваших одинаковых ручек? А? Ручки — это просто совпадение. Совпадение? Как-то парень гораздо моложе меня пригласил меня выпить. И только я подумала, что интересно ему. Я остановилась! Будто бы я пошла на такое. После пары напитков он сказал, что ему нравится одна из моих учениц, а мне плевать! Мне не нужен какой-то пидорас, у которого яиц-то нету, предложить встречаться той несостоявшейся героине! Лысый! Никогда ее больше не приглашу. Знаешь, кто мне больше всего интересен сейчас? Ого, посмотрите на время. Думаю, надо идти спать. Вкусно! Что сегодня случилось-то? Мисоу потеряла рассудок, а наш план по преображению Ко провалился. Но было весело! Правда, Ко? Иногда можно позволить себе сладости. Ну, я рада, что вы двое подружились! Желаю вам вечного счастья! Но сначала я получу подарки для малыша. О, нет, малыш, я не... Что? Это не дом Мисоу? Может ли быть, что ученица Мисоу? Будьте счастливы. Не знаю, кто позвал, но все знают имя Кацурахира. Эй, ребятушки!
Мы много учились в течение первого семестра, да? Я очень счастлива. Кстати, о счастье. Я села на диету и сбросила 2 килограмма. 2 килограмма! Разве не здорово? Поэтому я подумала, что сегодня побалую себя и куплю макарон. О, кстати, о макаронах. Хватит трещать! О, ну, тогда почему бы нам не начать экзамен? Готовы? Начали! Жульничать плохо, не вздумайте повторять. Да, у меня есть кое-какие дела, так что я пойду. Ах да, этот экзамен, итоговый экзамен первого семестра. Тех, кто плохо справится, исключат, так что повнимательнее. Исключат? Увидимся. Это еще что? Итоговый экзамен и нет экзаменатора? Что они задумали? Может, они где-то спрятались? Пытаетесь заставить нас расслабиться? Как коварно. Мой косяк, рука соскользнула. Черт, это была обманка. Действительно. Но нельзя терять бдительность. Точно, будьте начеку. Простите, рука соскользнула. Говнюк. Кажется, в этот раз экзаменатора нет. Ага, похоже на то. Может, у них идеи закончились. Кем бы ни был экзаменатор, мы должны решить задачи. Голос — это источник всех мечтаний. Голос — это знак, указывающий на надежду. Своим голосом я наставил множество детей на правильный путь будущего. Я посвятил этой задаче тело и душу. Не может быть! Это какой-то старый чувак. Вперед, Мэри. У меня есть разум и гордость! Люблю! Мэри, в чем дело? Эй, не влюбляйся так в этого! Мэри! Стерилизовать экзаменатора! Умри! У меня есть самообладание и гордость! Нет сомнений. Он что-то с чем-то. Черт подери эту школу. Они притащили настоящего монстра. Лучший и сильнейший актер озвучки на острове. Озвучивает от мультиков до различных программ. Говорят, ни дня не проходит без его голоса. Его работа даже в интернете распространена. На острове все в восторге от него. Сильнейший артист острова. Все верно. Эко Цухира. А теперь вспомните свои детские мечты, связанные с моим голосом. У меня есть самообладание и гордость. Я хотел стать мастером кунг-фу после просмотра его мультиков. А я пилотом робота. А я главным героем гаремника. А я хотела стать волшебницей. У меня есть разум и гордость. Макки-мякки-кялили! Макиавеллизм! Эта сила будет проблемой. Все погрузились в юношеские мечты, вызванные его голосом. Они больше не могут сдавать экзамен. У меня есть самообладание! Я не попадусь на ваш голос. Я не могу. И гордость. Но это больно! Я Сэйю Суфле Макарон. Мне всегда 17 лет и 3 месяца. Приятно познакомиться. Значит, Энри хотела стать Сэйю? Моя мечта — выпустить фотоальбом. А еще я хочу быть в группе, появляться на песенных конкурсах и разбогатеть. Это все еще Сэйю? Я появлялся во многих видах искусства. Учить детей мечтать, надеяться и верить в будущее.
Я не преувеличиваю, когда говорю, что посвятил этому всю свою жизнь. Однако! Как сказал Конфуций, в 50 я познал волю неба. И тогда на меня снизошло прозрение. Чтобы направлять детей по верной дороге к будущему, нужно было стать учителем. Я изменю учеников вроде вас, что трусливо используют обманные приемы, обладая способностями, дающими нечестное преимущество. Обман? На кого это он намекает? Я им задницы надеру. Сукацу Мумэй, не могу выносить тот факт, что такой отличный и способный человек вроде тебя ученик О-типа. О-типа? О, я как раз рассматривал эту проблему. Круто! Я стал учителем, чтобы изменить всех учеников О-типа. У меня есть разум и гордость! У меня есть самообладание и гордость! Это бесполезно. Так ты не можешь противостоять моему голосу. Верно. Я хотел быть шеф-поваром! У меня есть разум и гордость! У меня есть разум и гордость! Бессмысленно. Я заглушил ваш голос колебаниями своих нитей. У меня есть разум и гордость! У меня есть разум и гордость! Бессмысленно! У меня есть разум и гордость! У меня есть разум! Столкновение его голоса с нитями колеблют воздух. У меня есть разум и гордость! Гордость! У меня есть разум и гордость! Шу! Как ты смеешь ранить Шу? Ты будешь следующим. У меня есть разум и гордость! У меня есть разум и гордость! Гордость! Самообладание! Стиль техника Сокацу! Сейхицу Йодзо! Сейхицу Йодзо! Идеальный вакуум создается благодаря полному контролю воздуха. Это одна из секретных возможностей техники Сокацу. Голоса распространяются через колебания воздуха. Так что если я создам вакуум, твоему голосу больше не добраться. Стиль техника Сокацу! Энко Фурио! Энко Фурио! Одновременно тигр создается пламенем, а дракон — ветром. Это один из секретов техники Сокацу, который могут использовать лишь овладевшие ветром и огнем. Ладно, теперь если Котян может сдать экзамен... Еще нет! Ты ученик О-типа, вполне естественно, что у тебя есть и третий тип. Раз дошло до этого, я завалю твоего партнера третьего типа. У меня есть разум и гордость. У меня есть разум и гордость. Прекрати сдавать экзамен. Прекрати! Котян! Что? Вы слишком шумный. Кто вы? Что? Ты не знаешь, кто я? Я думал, ты слышала мой голос по телевизору или в интернете. Телевизор? Интернет? Такой роскоши я всю жизнь не видела. Что? Это невозможно! Мне конец! Бум! Ты жалкая дворняга, раз голос этого старика одурманил тебя. Прости, прости. Но то, что ты никогда не смотрела телек, спасло нас. Даже если бы и хотела, у нас его нет. Мой отец стал поручителем друга. А тот влез в огромные долги. Так что, конечно, у нас нет телевизора. Котян, давай купим телевизор на летних каникулах и насмотримся вдоволь. Не жалей меня. Ох, значит, Кацухиро проиграл? А, Мисоу, экзамен уже.
Настоящий экзамен начнется завтра. 20 лет. Бенгальские огни после фестиваля. Оу, сенсей. Ты был великолепен, мумий, как и остальные мои прелестные ученики. Вы отлично постарались, чтобы так вырасти. Сенсей, этот наряд... Мило. Очень. Поздравляю, вы сдали выпускной экзамен, но настоящий экзамен начнется сейчас. Нет, дело не в этом. Луна приближается. Да, правильно. Луна сошла с орбиты и начала снижаться. Если это продолжится, школа и вся планета будут уничтожены в считанные часы. Что? Сакацу Мумей, ты представитель этой школы. Если хочешь остановить падение Луны, попробуй сдать этот экзамен. Подождите, Оу, сенсей! Что значит, Земля будет уничтожена? Да кто вы такая? Хороший вопрос. Я скажу вам это как посланница Вселенной. Наши технологии и культура намного превосходят ваши. Меня назначили учителем в эту школу, чтобы определить, выросли ли вы до такого уровня, чтобы быть наравне с нами. Да, это экзамен. Если сдадите его, вас признают равными нам. Но если провалитесь, будете считаться недостойными. Чего? Простите, сенсей, я не понимал. Вы очень-очень устали, да? Ясно. Возможно, вам всем нужна мотивация получше. Хаку-чан! Если хочешь остановить падение Луны и спасти эту девчонку, попробуй сдать мой экзамен. Я не совсем понимаю, что происходит, но сделаю это. Хаку-чан, дождись меня. С техникой Сукацу нет ничего невозможного. Тогда да начнется экзамен еще раз. Никаких сожалений. Сделаем это. Техника Сукацу. Что? Бесполезно. Я разработала это устройство. Оно называется антисакацу-машина, или АСМ. В этом поле все твои атаки сводятся на нет. Чушь! Это жалкое устройство не помеха для техники Сукацу. Ты забыл? Я ваш классный руководитель. Я все время наблюдала за всеми вами. И изучила всю твою технику Сакацу. А теперь лучше поспеши и впиши ответы. Луна приближается. Проклятье! Не заставляй меня это делать! Положитесь на меня. Сенсей, выключите, пожалуйста, это устройство. Не сработает. Черт! Техника взгляда, управление бумажками и алая угроза. Я знаю все ваши техники. А теперь сидите тихонько и наблюдайте со стороны. Невозможно! Она невероятно сильная! Черт! Если это продолжится, Хаку-чан! Я ничего не знаю! Из техники Сакацу на обычный идиот, да? Эй, смотрите! Это... Все учителя! Они занимают позицию, чтобы спасти Землю! Мешаетесь! Блин! Тучка,
Точка. Точка. Что ж я такой слабый? Самому мне ни за что не сдать этот экзамен и не спасти Хаку. Снова собрался сдаться? Ты сказал, что для техники Сакацу нет ничего невозможного. Или это была ложь? Но я... К тому же, ты не один. Что? Ребята. Мы еще ничего не уладили между нами. Точно. Я тот, кто уничтожит тебя. Оу-сенсей, остановите это устройство! Ненавижу учеников, которые не слушаются. Пытайтесь сколько хотите, но это бесполезно. Ни одна из ваших техник не сработает. Очень сомневаюсь. Что? Вы потеряли бдительность. Нам только и нужно было, чтобы вы на секунду открылись. Когда вы это сделали, я определила важные точки этого устройства. А моя Мэри их уничтожила. Бесполезно. Если не хотите быть порезаны на кусочки, не делайте необдуманных движений. Будьте прокляты! Даже если наши индивидуальные способности не помогут, мы все равно что-то можем, когда объединимся. Не надо недооценивать нашу силу. Ребята! Не отвлекайся, Мумэй! Экзамен еще не окончен! Да! Поднимись, ветер, и пусть вспыхнет пламя. Гори огонь и призови ветер. Окаицуи. Это высший уровень техники Сокацу. Неважно, насколько глубока тьма, нет ночи, что не закончилась бы на рассвете. Пока сердце не сломлено, луч света всегда будет светить в темном небе. Люди называют это светом зари. Давай! Я покажу вам величайшую тайну техники Сокацу. Стиль, техника Сокацу, величайшая тайна! Нитирин Сотен! Нитирин Сотен! Превращает человека в солнце, охватывая тело невероятно жарким пламенем. Это величайшая, сильнейшая тайна техники Сокацу. Невозможно! Это его истинная сила! Все задачи решены. Нет ничего, что не решила бы техника Сокацу. С возвращением, Хаку. Мэри? Привет! Нет! Доброе утро, ребятки! Давайте хорошо постараемся сегодня. Блин, вчера у нас был адский денек. Вообще-то, по мне, это было довольно приятно. Когда закончится церемония закрытия, наконец-то начнутся летние каникулы. Куда поедете? Хотян, прошу, поехали со мной к океану. Да нет, таракан причальный. О, точно, это тебе. Шу? Да что это с Шу? Позвать меня в такое место?